Пацахады Сарглак Яхимарайста, Республика Исайрак Санитарон Доктор Коц Тамарине, президент Басама Дискотта, коронавирус Федер Республика Иваркуду, ММРСН Самазалта КВВМ. Какая у нас сегодня обстановка в связи с пандемией, с коронавирусом? И какие шаги мы сделали, и какие еще, может быть, необходимые шаги, которые бы обеспечили более высокую безопасность здесь, в Республике Южная Осетия, с проникновением этого коронавируса. И какие у нас договоренности есть с нашими российскими коллегами в плане помощи по стабильному, дальшему, по стабильной ситуации здесь у нас в Республике, именно касающейся коронавируса. Нерастаже Республика Эвавару стабилон, Банасанкота Коцта Марина. На сегодняшний день ситуация в Республике, значит, спокойная. Есть, конечно, ряд граждан, которые у нас находятся под медицинским наблюдением и в домашних условиях. Их сегодня 29 человек, часть из них контактные, часть, значит, это студенты, которые приехали из России, они также самоизолировались, ну и ряд граждан, которые также приехали в основном, значит, из ближнего зарубежья. Значит, и в больнице, значит, в стационарных условиях у нас на сегодняшний день находится 10, значит, граждан. Они не больные, просто подозрительны, потому что приехали из стран, где сегодня эпидситуация достаточно сложная. Коцта Марина мапацаха десерглаген фекусен кутта, закарайсон кэнкал мэказэн старапулэй сэкалэ гэрцэдмэ. Сайрак санитарун дохтур макут банасан кутта вэ мэгэскэ, ифтунгэстэ коронавирус рабарэк кэнэнэ тэхэй, сармагун тэс системэтэй, автэма истэвэнс эндэрмазэлтэдэр. В рамках договоренности с нашими коллегами из Роспотребнадзора завтра приезжает сотрудница, наша коллега из Ставропольского противочумного института, где мы недавно прошли обучение по лабораторному делу по выявлению коронавирусной инфекции. Буквально нам передали тест-системы по выявлению коронавирусной инфекции. Я хочу уточнить для себя, вот то, что мы получили тест-системы, их хватит для того, чтобы мы проверили на сегодняшний день тех, которые у нас в боксах, и тех, которые у нас под домашним присмотром. Да. Вот я думаю, что в первую очередь надо проверить тех, которые в домашних условиях на сегодняшний день содержатся. В боксах-то понятно, но проверить их и проверить, конечно, тех, которые в боксах. Да, сделаем, доложим. По вопросу лабораторной диагностики мы будем в дальнейшем также усовершенствоваться и постараемся и своими силами, и за счет помощи вот наших российских коллег, если будет в этом необходимость, охватить ровно тот объем, который необходимо будет провести вот эти лабораторные исследования. Но проводятся дальнейшие ограничительные мероприятия, и в зависимости от той ситуации, как будет складываться в республике, мы будем в дальнейшем информировать наше население. Президент Банасанкутта заговор мэдортар дар кустарын кэйкавэ эппэнэнцухай. Самэй республика вирус мафазэна вэйнэсанэн. Я считаю, что надо категорично подходить ко всем вот этим людям, которые были в странах, где сегодня есть коронавирус, и независимо от того, хотят они этого, не хотят, мы на это не должны смотреть. Их хотения не должны ставить под угрозу население Республики Южной Осетии. И в принудительной форме, я еще раз подчеркиваю, даже в принудительной форме мы должны их брать на карантин. Это обязательно не для президента, не для там, писателя правительства или там, депутатов парламента. Это необходимо для того, чтобы обезопасить население Республики Южная Осетия. И в плане информационного доведения ситуации, серьезности всего происходящего, мы должны доводить через средства массовой информации, где угодно, как угодно, но люди должны проникнуться той опасностью, которая на самом деле есть, обращаясь
гражданам нашей республики, чтобы они более серьезно относились к этим вещам, особенно, без сомнения, людей старшего возраста, да, которые более подвержены вот этой пандемии. Тбл Тельвира Кукуйт, Александр Устратын Тамирлан, информацию Равахт Абун.